вот это будет бояться. Ой, там зайчик. Ой, класс. Там класс. Зайчик. Сейчас посмотрим, как у нее знакомство с новым животным. Ой, этот зайчик быстро скакал. Да. Этот зайчик ничего не боится. Давай попробуем ее. Ой, смотри, сколько пауков. Смотри. Смотри, сколько пауков. Тут вообще... Пауков как бы как 50. Смотри, какая травочка тут такая красивая. Типа травки погуляли. Вот что мы увидели. Моя трусишка. Моя трусишка. Ты же у меня такая любопытная была. Все изучала. Все тебе было интересно. Вот смотри, как это ползет. Иди, пойди, напади на него. Фешница моя. Давай напади. И вот это было трусишкой. Вот. Теперь не трусишка, скажи я. Теперь я совсем не трусишка. Ты не колосатная. Не трусишка уже тоже. Какая-то пчела. Не пчела, не пчела. А что, не какая-то другая штука? Дим, пойдем. Пойдем. Давай. Да. О, бабочка к ней. Пошли, походим. Ну ты хоть чуть-чуть должна же походить с Линдой-то. Ты умеешь ходить? Что там? Что будет? Хвостик поджала вниз. Видишь, как правда страшно ей. Да. Видишь, она прям на хвостике. Да. Не достает его. Да, это имеется, она очень боится. Ну вот это как бы все новые звуки, все новое как бы. Так что. Мы тебя не бросаем. Мы с тобой просто хотели погулять, чтобы ты увидела улицу. О, давай, да. Что это? Зайца увидел. Да убежал. Пойдем? Ну пойдем, ну пошли, походишь, ну пойдем, Дусь, травка как тебе? Ты еще ни разу на травке не бегала, по травке ни разу не бегала. Ну пошли, пошли по травке. Смотри, смотри, какая травка тут. Давай, иди сюда. Поиграть. Ну, можно на кого нападать, да? Ой, собака. Ой, собака. Собака. Ой, собака. Первый раз собаку увидела. Как приземлилась я вообще, смотри, и хищница наша вообще прилегла на землю. Ой, трусиха. Совсем трусиха. Ну, не надо тебе эта штука, получается. Не хочешь ты на улице гулять? Мы будем с тобой ходить, гулять. Мне еще не привыкла. Ну, все, легла. Так, пошли, будем дома лежать. Пошли.
кошку с попой. Скажи, насколько ты штуки ты сначала с ней походишь, хорошо? Да, и потом еще один раз. Когда она будет в ней ходить уже по дому, тогда она может не ходить. Поэтому... Да. Первый раз собаку увидела.